человек по Сибири. Лена, Енисея, Тыш, Об. Большие сибирские реки. А есть поменьше, как Тара. Сибирская река Тара. А на ней стоят сибирские деревни. И живут в них сибиряки. Не русские, не немцы, не татары, а сибиряки. Вот стоит одна такая деревенька. Вернее, ну как она стоит? Не стоит она вовсе. Река вот от года чуть-чуть подматывает берег и задвигает ее все ближе-ближе к лесу, где живет Шайтан озеро. Говорят, гиблое место. Говорят, вода там мертвая. Говорят, на дне озера стоит храм индуистского бога Ханумана. И когда придет конец света, храм всплывет со дна и спасет этих. Ну тех, кто в это верит и ждет. А их там таких год от года все больше, молодежь. Чудаков много, староверцы, язычники и кто хочешь. Там же энергетический куб земли. А как же? Только вот местные, как-то это все смешно. Всю жизнь там жили их отцы, и деды, и прадеды. И никаких храмов, никаких вылетающих из озера иного не видели. Но на всякий случай, часто туда не ходят. Не зря же старички озеро Шайтанкой прозвали. Вот и зажата теперь деревня между рекой и лесом, в котором живет Шайтан озеро. Огромная просьба чуть поменьше фотографировать, не собраться, друзья мои. Вот у кого щелчки, это засада. Действующие лица. Латифа, мать. Марат, пятый сын Латифы. Саша, коллега Марата. Старуха 1. Старуха 2. Старуха 3. Вечно живые. Рима, жена 4-го сына Латифы. Сцена первая. Дом Латифы. Дверной косяк, вот нож для разделки скота. Чьи деньги? Мои, мама. А зачем зарыл? Мамка. Салим, брат твой, всегда весной, когда снег с реки пройдет, ходил по берегу, смотрит, где что сверкнет, а там монетка какая. Всяких монет насобирал, целый альбом. Там и советские, конечно, и царские, и даже китайские с дыркой. По реке же торговый путь был. Деревни-то много лет, много больше, чем Омску, Чертобольску. Тут вон и студенты каждый год копают, древние поселения, курганы. Потом за камнями этими следят. Они сами туда-сюда ездят, осенью тут, а весной уже на 3 метра уехал. Там вообще в сторону болота земля странная. Там зять Хаким и Эльдар, помнишь? Ну, внук Гильгамеша из Баргамака. Ну, вот он потом второй раз на Розе Юсуповой женился, у него еще сестра с скорой помощи. Ну вот, закопал он, решил закопать ружье, спрятать. Ну, он же убийца оказался. Закопал там ружье, потом рассказали, что закопал на 1.5 метра. А ружье раз и через полгода где-то само наружу вылезло. Прям столбом так и нашли. Земля вытолкнула. Там поэтому погоста-то и нет, понимаешь? Иначе чтобы было-то это. Поэтому погост в лесу, аккурат в противоположной стороне. Хороший мужик был. Есть, то есть. Только в тюрьме. И тебя посадят. Встречный раз одно и то же, мамка. А ты не интересуешься. Салим монеты собирал, а ты... А я что? А ты бандюга. Я не бандюга, я руковожу коллекторским отделом. Ты из людей деньги вымогаешь, сынок, ты бандит. Раз отсидел мало, все, сумку я тебе собрала. Там еще в пакете мяса наложила, давай на автобус опоздаешь. А на 40 дней я сама к тебе приеду. И родню собирать не будем, денег не напасешься их всех кормить. Хотя теперь-то поди есть. Сколько ты там спрятал? Неважно. Неважно. Все, давай, пошли. У меня тут еще дела. Какие дела? Что ты несешь? Я тебя не первый день знаю. Я мать. Увижу, что хоть на метр к Римкиному дому подошел, я пойду и задушу ее, понял? Да она тут ни при чем. Могу я маму проведать? Все. Все братья твои тут похоронены. Я тут с ними. Сама. А ты езжай. Я сама в город в гости приеду. Римка, как Салима привезла, видеть ее не могу. Она Салима привезла в гробу. Представляешь, еще бы крест ему туда положила. Собралась тут оставаться, говорит, хочу жить и больше никуда не поеду. В магазине теперь продавцом. Ну, дом ее тут, отец здесь. Я ж тоже к тебе приехал. Приехал и уехал, ясно? А картошку? Без тебя похороны сделала, навестил и все, молодец. А картошку кто копать будет? Между делом я сама посадила обратно, тоже сама. Ты старая. Мать, беречь надо, я у тебя одна, уезжай. Не связывайся ты с ней. Я у тебя одна. Я у тебя один. Один, один. Пятерых рожала, все красавцы. Жопу рвала, один остался, но зато я теперь спокойна. Ты у меня пятый. Не помрешь, говорю. Точно? А как же? Все померли, а я нет. Проклятие же какое-то, один за одним. По закону жанра и меня, значит, туда же. Сам ты в жанре. Их четверо было. Четыре померли. Было бы пять, и ты бы помер. Че? Ой, все. Нет, мам, каких пять, каких четыре? Ты что, опять гонишь? Отстань, четыре и все. Четыре умерла, сама виновата, а ты нет, ты пятый. Я поэтому тебя и родила, знала, что умрут. Ждала даже, страшно было. Ну, чего?
Я сама не верила, а потом, как Русик умер, еще надеялась, а третий, когда я уже и на четвертого поглядываю, смотрю, когда у Салима вахта как раз в юхте кончалась, сижу ночью у печки, ну вот точно, сегодня и точка. Села у печки и плачу, просто так. А потом-то сразу ясный звонок, Римка звонит в институтка. Скважина полетела, шурупом сорвало и пробило череп. А что, Марк, что ты несешь-то? Да я не специально, я же не знала. Я не знала, что нельзя так делать. Ты так говоришь, как будто ты их сама убивала. Сам молчи. Хотят я. Надо было топить, а я молодая дура была, закопала их. Мы с сестрой, с тетей Фаудией лежим, жара такая, голые, на голые просто не легли, обдуваемся. Она говорит, ты пернула? Я говорю, я не пернула. А она говорит, ты. А потом говорит, а кто пищит? А я говорю, теперь я. А она, ты пищишь? А я говорю, да нет, теперь это я пернула. Да зуб заговариваю. Мам, ты тон! У нас котята народились, а я их взяла, не утопила, а закопала живьем. Они всю ночь пищали, мучились, задыхались, а мне страшно, лежу, не дышу, только пупой от страха нет, чтобы откопать и утопить к утру в молнии. Все, началось опять, и че? Вот и че тебе? Четыре их там было, соседка наша, бабка Хайрулина, косая, которая, понял какая, сказала, что теперь меня накажут. Вот я 40 тебя и родила, пятым, а котят 4. Ты сама себе веришь? Я ей не поверила. Вот ей сколько лет? Старая знает много, дрянь такая. Лет 100 ей уже. Нет, это когда ты родился, ей лет 100 было. А теперь сколько? Вообще, я когда сюда к отцу твоему переехала, женилась так. И тогда ей уже около 100 было, и соседки ее столько же. Да, они тут все вечные, ведьмы, на Шайтан-озере купаются, вот и живут. Мама, уже 100 раз сюда ученые приезжали, вот ничего они тут сверхъестественного не заметили. Тупые, потому что. Видишь, река какая. А я как помню 40 лет назад. Где тот берег? Там твоего деда дом стоял. Тара все с собой унесет. Все дома и нас вместе с ними. Нет, нет, метр за метром она нас подмывает. Вот 300 лет назад, поди. Вон там аж деревня стояла. Видишь, где ивы растут? А теперь где этого берега сторона? Там раньше старая стояла. Вот там я их и закопала. Этим паводком их и вскрыла. Мама, иди в баню, а тут не приедешь одно и то же. Вода все равно всех заберет. Кого рекой не смоет, того шайтанка заберет. К самому лесу деревню прижала река. Так вот раз в 10-15 лет мы все тащим и тащим дома к лесу. А кто умер, кто уехал из дома в реку. И плывут они по таре, потом в Иртыш, а там уж опивы, ледовитый океан. А шайтанка не спит, ждет. Вот в прошлом году компания «Молодежь» 4 человека пропала. Да не грибов, а ели бубаджисты эти, утонули на кошке. Да не утонули они, а пропали. Мам, одно и то же, 100 раз, одно и то же. Прям одно. В прошлом летом у тебя сын фельдшерский по ночам у твоей коровы молоко сосал. Да? Не помню такого. Так я ж придумала это, так попугать. Тебе ж тут скучно было, вот и сочиняю. А про котят? А про котят, правда. Ты слышишь меня или нет? Что я тебе талдычу, ты один у меня остался, понял? Не сейчас, так потом ружье твое из-под земли вылезет, ты понимаешь? А, ну какое ружье-то? Да любое! Земля у нас такая, по бережку пройдешь, а там все там найдешь. Кто что спрятал, кто что закопал, и что потерял, найдется, все наружу вылезет, все тара подмоет, ясно? Монетки. Не принимает земля у нас грехи, все с собой носим. И с Римкой ничего хорошего у тебя не выйдет. Да, мам, Рима тут ни при чем, я с тобой побыть хочу, честно, да и тем более, мам. Ну, были мы вместе, ну, изменяла она ему, ну, что теперь-то, ну, нет его теперь, умер он. Он тебе брат. Брат, я же никого обманывать не собираюсь. Некого обманывать теперь, одна она. Ты бы с ней говорил? Ни о чем мне с ней говорить. С женой брата грех это. Салим против. Вот сердце я чувствую, вот против он и все тут. И разговаривать не надо. Это ты против. Так, я сама все сделаю. Бери сумку и пошли на автобус. Так, мам, когда надо будет, тогда и уеду. Все, и не беси даже. Ты психанул по полной программе. 2 года сына не видел. А я не виноват? Я виновата, что ли? Я молчала, не хотела говорить. Римка с орденами вернулась с севера, ясно? Она там сношалась по всему полярному кругу, ты понял? Ну ты же врешь специально. Я все сказала. Ордена по всему периметру. Латифа идет к выходу, останавливается, смотрит на нож, воткнутый в дверной косяк. Завтра. Ночуешь еще день и все. Знаешь ты тут зачем, чтобы дверь не отвалилась? Ага, шути. Да, чтобы дверь не отвалилась. Как вообще под землю дом не отвалится. Пойду, Эд, за водой схожу. Выходит, нож остается на месте. Сцена вторая.
Деревня маленькая, в ней живут одни старики. Дети и внуки только на лето приезжают, остальные поразъехались и поумирали. Поперек улицы лежит широкое бревно, на нем расположились 100-летние старухи. Мы как змеи прям, на песочке греемся, а ноги холодные, как у покойницы. Холодные, но ходят. Куда с такими ногами ходить? В могилу только с такими ногами ходить. Вот и ходи с тобой в магазин. А я с собой не зову, сама выбегаешь, высматриваешь. И понеслась кобыла, что ты не в одной ночнушке. Да я касаюсь совсем, кто мне этикетики читать будет? Так продавец на что? Я вот вчера купила макароны из твердых сортов пшеницы. А да, этого из каких? Не знаю, раньше ты этикетики не читала. Латифы пятый приехал в очереди. И не говори, всех сыновей спровадила и этого туда же. Ну даст Бог, мы еще поживем, надоело уже помирать. Но Бог же даст, никуда не денемся, живем и живем, надоело как. А Римка-то сегодня видали? Вся при марафете. Магазин открывать на каблуках пошла. Хочешь, не хочешь, одна, все сразу с ней ясно. Ей все мало. А чего вы его сразу похоронили? У нее все. Латифа всех, кого положено было, похоронила. Может и так, а может и нет. Идет мимо Марат. Здравствуйте, бабушки, как сами? Да вот никак не помрем. Хоть иди в лес, к озеру дотопись. Рыб кормить на дно, а ты не рыбачишь? У нас тут все пару лет уж как такая рыба в озере завелась, как окунь, только страшный такой, мутант какой-то и красный. Приезжие ловят, мы не едим. Еще отравимся. Но много ли ее? Пойдешь ловить? Пойду, до магазина схожу с сигаретами. На рыбалку потом. Только приехал. Ну, здоровья вам. А ты к Римке пошел, что ли? Нет, в магазин за сигами. Да она, говорят, там на северах так бледовала, а брата твоему изменяла. Да вы что, правда что ли? А я не знал. Ну это неправда, конечно. Злые люди сплетничают, что попало собирают. На северах? А муж что как? Вай, слышь, нет, Маратик, а ты к ней пошел? Марат уходит. Ага, за сигаретами он пошел. К Римке просто пошел, как пить дать. Пусть идет, пятый и все тут. Забыли спросить, как он на зоне отсидел? Ой, точно. И впрямь, как он там отсидел? Как же мы так не спросили? Обратно пойдет, спросим. О, вон Латифа за ним побежала. Здорово, Латифа! Ой, отстаньте! Ну, беги, беги. Чё-то это... Мне в магазин надо. Зачем это? Ты уж ходила сегодня, ничего не купила. А я забыла, зачем шла. А теперь вспомнила. А я с тобой пошла. Кто тебе тики-тики почитает? А мне сахару надо. Так, пойдем коротким путем через картошку. Встаю. Все идут в магазин. Сцена третья. Ухода в магазин. Закрыто? Как внутрь-то он зашел? Что случилось? Ну точно, что-то случилось. Так он там ее, наверное, бьет. Ой, боже ты мой, бандюга-живодер! Ты что там, ее бьешь? Слушают, что за дверью? Тишина. Иди ты и убил. Открывай, убийца-живодер! Не тронь ее! Что она бледовала, информация не подтверждена, мы еще выясним. Давайте дверь ломать, вон тем бревном. Быстрее, она еще дышит. Так он ее душит? А что происходит? И магазин закрыт. У тебя мозг закрыт, открывай, выламывайте дверь. Там Латифы сын, продавщицу душит. Смерть, 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 убийство. Дверь в магазин открывается изнутри, в дверях появляется Рима и Марат. Прибежала Латифа. Че разорались? Ты живая? Чего орем? Мы не орем. Рима. Че пришли? Нет, нет, нет. Рима. Рима, а че у тебя лицо все такое красное? У нее всегда она красная, алкашка. Здравствуйте, мама. Здравствуй, дочка. Сына, ты же сказал, что курить бросать собрался, а пошел за сигаретами сразу. Маму обманул. Мама, приходите вечером в гости, я суп сварю. Перебьюсь. А вы что встали? Сахар купить. Этикетики читать. А мне дрожжи. Вот и стойте, зашли в магазин. А привезли дрожжи? Привезли, ты сегодня 3 пачки купили. Как, правда? А я не помню такого. Ну надо же, старая, ничего не помню. Пошли сахар возьмем, а ты читать. Старухи выходят из магазина, снаружи Рима накидывает на петли навесной замок. Мама, не мамкой. Тетя Латифа. Предупреждаю, я спокойно говорю. Вместе, чтобы вас не видела. Не так, что сделаешь, я тебя на вилы намотаю. Мама, успокойся. Что успокойся? Уже все знают. Как ты бледовала, орденоноска! Из-за тебя у меня минус сын, из-за тебя он пить начал, из-за тебя, сука, он пьяный на смену вышел, из-за тебя сын мой вернулся домой без мозгов! Неправда все это, тетя Латифа, неправда. Зачем вы людям верите? Все, мам, замолчи, пошли, все! Не подходи к нему, сказала. Старухи выходят и стремительно исчезают на горизонте.
Сцена четвертая. Дом Латифы. Посередине комнаты лежит перина. На ней Латифа и Марат. Через всю комнату из окна в двери течет лунная река. Мадам. Пол. Зачем ты нас столько нарожала? Так люблю же я вас. И мы тебя. Завтра я тебе с утра глазунью сделаю, пойдем на автобус. Езжай. Я приеду потом к тебе. Картошку выкопаем и поеду. Можно еще хоть пару дней дома-то побыть? Как баран ты, сынок, никогда меня не слушаешься. Братья твои слова, скажу, не пикнут, слушают, а ты... Не подходи к Римке. Я ее ненавижу. Че ты там с ней говорил? Да ничего так, просто. Просто ему врешь. Не просто жену, про деньги ворованные ей сказал. Ничего не ворованный, мам, честно. Почему ты мне никогда не веришь? Потому что ты врешь всегда, вот что я знаю. Вот что я знаю, ничего не знаю. Мне Салим все-все рассказывал, даже когда, что натворит. Вот даже и не узнала бы, а что натворила, а все равно расскажет. Помнишь, он тебе сказал, что ты чердак открыть не можешь, потому что я доллары в трехлитровых банках там храню. А ты взял и психанул, что я доллары прячу, и полез по лестнице через крышу, через крыши хотел. Так и полетел оттуда вместе с лестницей, и в крыжовник. Салим пошел и сказал, что это он виноват, а полез-то ты сам. Такой вот он, честный. Ага, лишний раз ты нервы помотаешь. Ничего, мотай. Я на то и мама, я все выдержу. Без тебя я тут его хоронила. Думаешь, я хоть раз пожаловалась кому? Нет, некому жаловаться. Я захотела бы, а захотела бы и нашла кому. Такая у меня логика вещей. Железно? Да, железно. Как-то англичанка страшная, ты че? Ага, страшно. Страшная? Англичанка, мам, ты у меня красавица. Красавица, красавица. Так, все, спим. Просто он с ней разговаривал. Салим бы знал, точно бы он тебя забил. Мам, ну все, Ань, не забил бы, спи. Разбивается окно, в комнату летает булыжник. Аллах, бисмилля. Че это, ну? Ну, блин, я сейчас... Не тронь! Марат! Кто там, Марат? Марат, слышишь? Обходит осколки, смотрит в окно, лает собака. Кто там, а? Придурки! Марат, это придурки! Нет, нет, Марат! Нет никого. Идите, напугал. Поймай, убью. Втыкает нож обратно. Это эти сектанты с озера, точно, чокнутые. Давай, давай спать. Ну, снешь тут. А вдруг они не ушли? Ушли, ушли. Ложись давай. Нож больше не трогай. Это скотину резать. Ладно. Эй, в туалет пойдем. Одевайся. Че это ты? Так ты просто куртку накинь. Холодно. Так ты в ведерко на веранде. Ладно, я разберусь, пойди. Да-да-да. Я пока осколки в кучу соберу, не пойду велик искать. Вышел. Вот. Все мы в сборе, да? Тихо всем. Всем спать. Нечего порог околачивать. Засуетились, ага? Ничего. Закрыта вам дверь. Мать сама знает, как лучше. Он хоть не пьет, а вы все алкаши у меня. Кого захотела, того изберегла. Мой выбор. Еще камни кидаете, стыд есть. А ну уходите. Гуляйте, в лесу ваше место. В доме только живым место. Уходите. Сцена пятая. Марат запирает собаку на веранде и идет во двор. Римка! Рим! Пс. Ты тут? Блин, Рим! Оглядывается, писает. В столе звякнул защелка. Рима! Ты тетю потерял. Кто тут? Мальчик, ты что делаешь? А я не туда пошел, а пришел сюда. Ты где это? Так, иди куда шел, а? Так я сюда шел, молочко попить. Че, какое молочко? Там тетя тебя ждет внутри, ну я пошел. Ага, уходи, уходи поскорее, пожалуйста. Тишина. Бисмиллахи рахим, а? Фу, Римка. Рим. Входит внутрь. Стоят корова и Рима. Пацана видел? Какого? Сейчас тут какого? Я на минах подрывалась. Блин, вы что, двор от лепешек вообще не чистите? Лепешки, ага, чистим иногда. Ты что, как-то камушек поменьше не могла выбрать, ты нафига окно разбил? Чего? Ну, булыжник прям. Тут не в голову прилетел, осколки тоже совсем чик-чик. Я никакой булыжник не видела. Ты чё, как ушаленный? А ты не кидал? В окно булыжник не кидал? Нет. Значит, реально бубаджисты эти. Маратик, а чё мы как эти? Пошли ко мне? Да не, я так поссать вышел, мать не спит. Не, ну чё ты как маленький, я ж соскучилась. Мы сколько не виделись, ты 5 месяцев. Я когда к тебе тогда на зону приезжала и все. Потом опять на вахту уехала с Салимом. Вот же первый раз, а ты мама, да мама. Завтра давай.
Ну ага, завтра о тебе пасти будет, шагу не сделать. Вон в магазин-то прилетела, как ушаленная. Да нормально, жрать готовить будет, я и приду. Ты лучше скажи, что на рыбалку. Мы на озере с тобой встретимся, а? Да, давай. Все, побежал, сейчас еще за мной попрется. Маратик. Уходи. Ау. Ну ты хоть поцелуй меня, что ли? Целуется, Марат хватает ему за шею. Что там на северах-то? Ай, блин, с ума сошел, отпусти, больно! Что там на северах-то, а? Марат, что, совсем, что ли? Отпусти, говорит, ничего там не было. Так а что все говорят-то, а? С кем ты там спарился? Ты кому веришь, а? Ни с кем я не спарилась. Мы с Алимом-то раз пятилетку. Смотри, если это правда, я тебе шею свернул, поняла? Поняла, я поняла, отпусти. Видела я, как ты там за картошкой закапывала что-то. Проверила, молодец какой. Успокойся, не трогала, на понт взяла. Марат, ты где там? Идешь, нет? Исчезаю. Расходятся. Сцена шестая на закате. Столетние старухи на своем традиционном блокпосте. Рядом два парня с диктофоном. Ну, слушайте. Вы там как записывать будете? На камеру? На диктофон. Ты хоть платок поправь. Да это же диктофон просто. Ну и что? Что нам теперь, слюни пускать тогда? В общем, в войну нас особо никто на фронт не ушел. Да и голодные мы не ходили. Да я вообще не заметила, как война прошла. Ну, братья мои, у нас в семье было 11 детей, и я одна девка. Все ушли на фронт, и все там погибли сразу. Замужем я тоже недолго была. Муж заболел и умер после свадьбы, через месяц. Волки съели. В войну почему-то звери такие были. Все время на людей нападали. Даже как-то бабу одну муравьи съели. Это которая Давлетбагина? Нет, которая доярка была в Окунёво. Ну, ой, ну какая доярка? Это из Мурманска баба приезжала. Она в госпитале работала. Пьяная на муравейнике уснула, лечилась так. С головой в муравейник лезешь, жопу снаружи, и тебя не кусают, и польза в этом. Вот она так и уснула, ее и съели, одна жопа осталась. Знаете, мы все про войну материал собираем, у нас специалист, специалитет другой. А, ну, так сразу и сказали бы. Ну, а что сказать-то? Почему название такое у деревни? А, ну это значит переводится «самое болото». Ну так низина, потому что у нас здесь и сотовая связь не ловит, а соседние переводится «самая грязь». Вот они-то все засранцы, к слову сказать. В общем, у нас в округе все деревни с такими названиями, чтобы люди сюда не приезжали. Деревни все маленькие. А вот все деревни, что Алексеевка, что Окунёво, большие. Низина, ага. Вон у нас стоит переговорный пункт. На холм поднимаешься, и только оттуда ловит. Ну, еще иногда в разных точках ловит, но плохо. Оно как повезет, случаем только, в общем. А на холм не ходи. Ну, я так скажу, не ходи, потому что это не холм, это могильник. Мне не верят, а я точно знаю, мне еще моя бабка говорила, что там наши деды в доспехах лежат. Вот из университета приезжают люди, они вокруг все изрыли, соседям просили, а холм не тронули. Ну вот тупые потому что. А вот какие-нибудь суеверия, легенды про озеро? Бабки переглянулись, улыбаются. Я, в общем, так тебе скажу. На озере птица есть, чайка. Они не только у нас такие, и еще на Кавказе. Откуда у нас взялись, непонятно. Ну, оттуда, откуда и рыбы, мутанты. Они вот так вот орут. Бабка смеется, как сумасшедшая. Долго смеется. Парни смотрят на старуху, прыскают, потом беззвучно трясутся от смеха, затем хохочет голос. Вот, заразительно. Бабка смеется еще больше. Ахаха, ахаха. Хорош, бабуль, я сейчас трясу. Вот, не смеяться надо. Услышишь их, не смейся. Если засмеешься в ответ, остановиться не сможешь, будешь хохотать, пока не провалишься. Как это? Как хочешь. Ну, пока кессон не лопнет. Как? Тупой какой. Так, а я вам еще не рассказывала, как у нас один год на всех куриная слепота напала, нет? Нет. На улицу выезжает крутая тачка, останавливается перед бревном. Смотри-ка, это чей такой? Ничей вроде, не наш точно. О, выходит, ты посмотри, какой крупный. Браток, не иначе, Золотая Орда пожаловала. Точно, дань собирать. Хорошо, я зубы еще утром спрятала. Ну, а мы пошли. Парни уходят, а к старухам подходит к Саше. Здорово, бабусик, как здоровье? Пойдет. Машина-то у тебя какая, прям богатая, ворованная. Обижаешь, мать. Слушай, мама, а Маратик Шпаков тут живет? Кто? Ну, Марат, татарь такой. Так у нас все тут такие. Какие? Татары. Нет, еще калмычка одна есть. Русский, но они тоже татары. Понятно. Где Маратик-то живет? Друг я его проведать приехал.
Ой, Рустамка, это ты что ли? Я? Ага, точно. Какой Рустамка? Катукин Рустамка, да? Ага. Кутакин Рустамка? Кто такой? Не знаю, сама имя такое придумала. Ты меня разводишь, бабуля. Я тебе не бабуля, а Салимханова Гельминиса Шахун Шейховна. Ты на морду его посмотри, бандюга же. А, ну да, Золотая Орда. У нас денег нет, мы пенсию всю внукам отдаем, им в городе жить не на что. Мирное население, давайте по-хорошему. Где Ашпаковский дом? Слушайте, а мне что-то в магазин надо. О, этикетики почитай. Тихо, присели, бабушки. Памперсы еще не носите? Стукну по головешке твоей, я тебе сразу упаковку подарю. Ой, щенок, ты меня не пугай. Сейчас деда позову, он тебе яйца отстрелит. Его ж волки уже 70 лет отстрелили. Мало у меня дедов, что ли? У меня любовник есть. Че, правда? Кто? Саша подходит к машине, достает из багажника бейсбольную биту, возвращается. Так, где его дом? Говорили, я по очереди вот с этой головы начну. Так это ж моя голова. Ой, а моя по следу. Вон его дом стоит от берега, где трактора желтые стоят. Благодарю. Уходим. У меня тут как-то все в голове кумекается. Чего? Ночью Ашпаков за картошкой откопал чего-то, а потом в другом месте снова закопал. Я думаю, тут связь такая интересная образуется. И чё? Какая тут связь? Он там зарыл что-то вроде алмазов Зыкиной, ну или в крайнем разе Волочковой. Так, а нам как быть? Нам надо что-то делать? Ну не в милицию же нам звонить. Конечно, надо что-то делать. Откопать и зарыть в другом месте. Да, а зачем? Все, стартуем. Чего? Я сказал, стартуем. Исчезает за картофельным полем. Сцена 7. Доме Латифы. Она сидит на табурете у окна. Саша в сторонке. Ну вот и где он? В обед ушел, есть даже не стал. Нету, нету. Так вот однажды сижу, жду, старшие-то разъехались. А Салим с Маратом еще маленькие были, и вот нету их и нету. Потом соседка прибежала, говорит, Марат напился и под элеватором лежит. Ну бегу я, ох, я тебя таскаю, думаю, каких щей тебе навешаю. Добегаю, а он лежит, а алкоголем аж от поворота пахнет. Как дала ему по башке, а он и так плачет. И кость торчит из плеча, упал с элеватора. Понесла, орет, как резанный, больно. А я сама тоже орать начала, как будто и мне тоже больно. Идем такие, орем, а потом все говорили, что мы вдвоем напились с ним. Вот что только не придумают. А где Салим-то был? А где ты вот тогда был-то, а? Ты у меня спрашиваешь? А, не помню, не помню. Ну потом все вправили, шунты вернули в руку, шрам такой красивый получился. У него же кожа такая молочная. Молочная-молочная, потому что я грудью кормила аж до 5 лет его. Вот потому кожа у него такая, как будто вместо крови молоко в венах. Салимка, он другой совсем был, грубый. Мама никогда не подойдет, не обнимет. Ой, Салимушка, зато ты серьезный всегда был, в школе хорошо учился. Мне даже обидно было, что ты умница такой был. Обидно, какая разница. Был бы тупым, может, и так не жалел. Алло, ты с кем говоришь? Че, все? Чеку сорвал? Нет, нет, говорю так. У тебя только лошок этот или еще дети есть? Есть. Приезжают в гости. Да тут они все. Им так случилось, они остались тут у нас оно так. Кто заблудился, там и лес дом. А кто жизнь живет, тот с рекой уплывет до самого океана, в Северный Ледовитый океан. Там все наши деды и прадеды, и я тоже хочу туда, в океан. Может, мы оттуда и пришли, с полярной звезды, в эти места. Так сектанты эти говорят с озера, он же 5-й у меня. Родила она 2 недели раньше срока, не удержала, все наполовину у него так в жизни. Никогда ни одно дело до конца не доделает, все через жопу. В райцентр доехала, надо было в райсобес... Привет. Надо было в райсобес, еду в автобусе, а у меня по ногам потекло. На меня все смотрят, как будто я обоссалась, смотрят, думают так про меня. А я ж не скажу им, что я рожаю, ну вышла. Иду, прихватит, посижу, потом опять пошла. Так до больницы доковыляла перебежками. К окошку подхожу, мне тетка чего говорит? Молчу. Она вам чего? Я молчу. Она мне, вы больная? Я ей говорю, да я рожаю. Не могу, что-то слезы прям наворачиваются. Ну вот, чего? Побежали, от чего? А ты не нервничай, нормально все. Придет, отдаст, спокойно уеду, никого не трону. А я не нервничаю. Из-за тебя думаешь, что ли? Деньги где? Да я не знаю ничего. Ну вот, слезы побежали, сами бегут, чего бегут? Да не дергайся, проблем не забудь, придет. Не трогай его.
Ну, у меня пятый, он, у меня сын, он пятый же, пятый он. Это Римка все, это она его на озеро увела, все никак от него не отстанет, все не могу. Бегут, что-то бегут. Не должны бежать. Самый старший Раев, он пил. Второй был Руслан, он тоже пил, инфаркт миокарда, как говорится, вот такой вывез. Средний Радмир попал под поезд или сам бросился, не знаю. Салимка умный был очень, уехал на север на месторождение, вернулся уже без умов своих, в шуруп пошел. А Маратик он нежный самый, младший самый, братья его в детстве любили очень, а потом перестали. Ну, ревновали, потому что. Как-то заметишь, что я ему и конфеток спрячу, и путевку ему достану в пионерский лагерь, обидится. Ну, а как им объяснить, что он слабенький, здоровье ему надо поправлять. Через родственников в санаторий железнодорожников его отправляла, обижались. Я смотрела на них и ждала. Когда? Когда-то же мы с Маратом останемся только вдвоем. Паршивая ты мать. А муж у тебя что, тоже до кучи? Муж? Он охотник. Ясно. Ты не переживай, я его не трону. Денег отдаст, отпущу. Никаких проблем. Ну, сорвался человек. Денежку увидел первый раз в жизни, я все понимаю. Потом захочет, работу дам. Мы своих не бросаем, ага. Латифа вскакивает, бежит к двери. Саша успевает ее схватить за руку, швыряет ее в стену. Она ударяется, садится на пол. Куда собралась? Сиди! Не трогай его, я сама. Я сама схожу. Заберу деньги и принесу. Я сейчас начну нервохать. Он взял, он и вернет. Сам ответит. Я принесу. Рот тебе заткнуть! Не надо. Во сколько он ушел? В обед. Придет. Давай, доставай телефон, звони ему. Тут не ловит. Тут только с определенных точек ловит. И на холме. Не ловит? Я поищу точку. Иногда с печки, когда лежа звонить, работает. Латифа ходит по комнате, принимает различные положения в поиске антеннов на экране телефона. А, вот одно деление есть. Звони. Не берет трубку. Не берет. Алло, Марат, не возвращайся, он тебя убьет! Дай сюда, Марат! Привет, это Саша. Узнал? Конечно, узнал. Я тебе даю 10 минут, чтобы ты вернулся. Где ты, далеко? Ну, 20 минут тебе даю. А после я матери твоей мозги вышибу. Разговор короткий. Пришел, отдал, конец истории. Сука какая, бросил трубку. Он трубку бросил. Вот куда он вернулся, дебил? Бракованный твой пятый. Все, вставай, пошли, веди на озеро. Я знаю, где он деньги спрятал. Отдам деньги, уйдешь? Ты не станешь его трогать? Ну вот, что ты такая, а? Все, вставай, пошла. Не дергайся только. Ты у двери нож держишь. В гости кого ждала, а? Не тронь! За идиота держишь! Обратно! Обратно воткни! Дома только живым место им на озере, в лесу дом. Мне одной плохо было, Марат в тюрьме сидел, мне плохо было. Я им дорогу домой показала, зря это сделала. Ты нездорова, мать. Руки за голову вперед. Латифа кладет за голову руки, медленно выходит. Я пошутил, отпусти руки. Они придут, сейчас придут. Кто придет-то? Стук в дверь. Открыто. Саша толкает дверь, она не открывается. В этот момент ставни на окнах захлопываются, становится темно. Толкает плечом, нет результата, заперто. Что такое? Закрыто. Марат, сука, я мамаши твоей сейчас начну кости ломать, открой! Марат на озере, а все тут дома все. Латифа пытается вырвать из рук Саши нож, темно, ничего не видно. Сцена 8. Марат и Рима плывут в долбленке через озеро. Из Окунева паром 8:30 выходит, следующий только утром. Медленно плывем. Сама сейчас будешь веслами махать. Марат, а чьи деньги? Мои. Главного деньги. А что ты раньше ко мне не ушла-то? Так я замужем была. И что? Так он твой брат? Тебе каково бы это было? Я же о тебе боялась. Братья должны быть братьями. А если бы он не умер? Ну, не знаю. Ну, жили бы, родила бы от тебя. У нас с ним не получалось, у него все в мозги ушло. Мы с ним книжки читали. Придешь суток? Нет, надо еще почитать. Режим. Как не сдохла в тундре этой. Изменяла ему. С тобой же. А я откуда знаю, с кем ты там, с оленеводом, блин, может, с Чукчей. Так, хватит. Мне этот разговор надоел. Темнеет, начинает. На дорогу найдем до Окунева. Марат, а она там как? Разберется. Он ее грохнет. Меня он грохнет. Слушай, ты сейчас обратно поплывешь. Надо будет, то поплыву. Сиди, я нахрена эти деньги спер, а я для тебя их спер, поняла? Для меня? А что ты их закопал тогда? Ты умный, да? Марат, там мама твоя, одна. Я мушкара все объел. Ты сам ко мне не захотел идти, на озеро потащил. А я замерз как собака. Там мама твоя, одна. Да ладно, жадный, у него разный бизнес, за копейку убьет. Плывут. Весла молча плещут мертвой водой озеро. Марат, Марат, стой. А, успеем, успеем. Марат, у меня ордена, я вся в медалях, я новогодняя елка.
Думаешь, откуда все знают? Салим знал, он про нас с тобой все знал и молчал. Потому что у вас в семье заведено так только тебя одного любить. Ты тоже только себя умеешь. Детей Салим не хотел, он все равно их не сумел бы любить. Не научен, ты тоже не сможешь. Блин, ты что встал? Сядь, ровно сиди, лодку перевернешь. Марат, что-то я жирная такая стала. Ага, заметил? Я заметила. Сядь, говорю. Грохнул он я. Грохнул, да, сядь. Ему прыгает с лодки, плывет в обратную сторону. Бледовала я, Маратик, честно. Ребенок еще у меня скоро должен быть, но знаешь... Я, блядь, конечно, медали полный набор, вахтовик со стажем, учетной книги не хватит, сколько мужиков было. Но твоим, это точно. Шлюха, давай, а, плыви, плыви, чтоб тебя рыбы-мутанты сожрали, сука! Маратик, от вашей породы грех плодиться! Ушла под воду, тишина, Рима не появляется. Марат садится, начинает грести Даши, остановился, ныряет за Римой и выныривает. Рима! Ныряет и снова выныривает. Рима! Ныряет, ветра нет, звуков нет, тихо. Сцена девятая, дом Латифы. Темно, ничего не видно. Успеет. Далеко-далеко уедет. Не звонит никогда, не услышу его голоса. А мы тут с вами вместе. Сама к вам приду. Мне по реке не получится, мне только к вам в лес, к озеру, ждать. Нам только бродить вокруг шайтанки и ждать, что когда-нибудь золотой храм со дна всплывет, и так там мы спасемся. Это придурки вот эти сектанты ходят и ищут энергетический пуп земли. Ну, конечно, где же ему быть, как не у нас в лесу? Ну, не на Красной же площади пупу быть. Тут у нас он, тут. Они же верят, что стоит там на дне золотой храм какого-то там Хнумана, бога обезьяны. Все правильно, у нас бог только обезьяны может быть, и храм у него золотой, все правильно. Все штакетник к штакетнику сходится. Все сны всегда снились. Каждый раз, когда мы уходили, он снился. Я иду, а вокруг ничего, пустота, гладь мертвая, ни звука, ни тишины, просто ничего. А потом этот храм из ниоткуда стоит, всплыл в конец света. Я иду к нему, захожу внутрь, а там никого, ни души. Никто не спасся, и обезьяны нету, не спасся никто. Не могу поверить, зову Марата. Тут должен быть, где-то здесь, бегу туда-сюда. Маратик, мол, где ты, сынок, маленький, моя обезьянка моя, никого, пустой храм. Ты выпустишь меня или нет? А я ничего не могу. Теперь только с ними договаривайся. С кем? Четверых моих тютю. К ласке я их не приучила. День рождения был, набросились на меня, обнимают. Я в коконе из детских ручек испугалась, спряталась в погреб и кричу им: уходите. Мама сейчас заговор прочитает, и вы все в чаек превратитесь. Домой никогда не вернетесь. Верили? Представляешь? Верили, что я их в чаек превращу. Тупые татары, тупые. Сотню лет живут, живем здесь, скрещиваемся и скрещиваемся. Тупые с тупыми. Дуракам вроде проще, а от дураков все беды. Ты сам не дурак? Дурак, конечно. Кто ты такой? Зачем ты тут? Куда ты приехал? Шаги. Ты ко мне идешь. Нож убери. Да нет у меня ножа. Иди сюда, зажигалка есть. Я свечу зажгу, а вот спички нашла. Зажигает свечку, Саша сидит возле печки, держится за плечо. Ты порезался, что ли? Это ты меня саданула ножом. Нет, я не трогала. Подожди, ты же ранен, надо перевязать тебя. Полотенцем сейчас, вот оно чистое, разорву сейчас. Латифа рвет белое длинное вафельное полотенце и перемотывает плечо. Ты похож на меня, как будто сын мой вылитый. Молодой еще, совсем красивый. Баба за тобой бегает, да? Бегают, наверное. Твои деньги? Не мои, главного деньги. И он их украл у кого-то? Нет, заработал. Много там? Много. Зачем он их сюда привез? Зачем, понимаешь? Сюда привез и закопал их где-то. Татары тупые. Ты не татарин? Наполовину, мать татарка. Вот видишь, ты, значит, наполовину только дурак. Отец русский. Ой, нет, значит, ты совсем идиот. Похож. Похож. Личик, смотри, какой у тебя. Посмотри на меня. Похоже мы? Похоже. Мать. Мать, давай я уеду. Скажу, я не нашел его. Скажу, нету его тут, а? Вот он позвонит мне. Узнаю, что далеко он. Что не догонишь ты его, что не поедет никто из твоих за ним. Наши мертвые не всегда за нас. Они обидеться могут. Обиделись, но наши всегда за нас. Не пустят они тебя. Ты мне артерию повредила, у меня кровь хлещет. А ты покрепче, зажми, держи. Ты больная, да, я кровью истекаю, я подохну сейчас. Ну, потерпи, маленький, ну, потерпи, пожалуйста. Не могу я, не могу. Надо, чтобы он до золотого храма добрался, понимаешь? Мамочки мои, мамочки. Ага, вот сразу маму вспомнил. А что ты раньше-то про нее не вспоминала? Небось, не спит ночами, думает, где ты, да что с тобой? Не думает. Еще как думает. Любая мама думает. Даже если она алкашка какая, еще чего. Моя не алкашка, моей просто нету уже. У тебя руки, мне грудь обжигает. Убери руки! Нет, стой, не убирай, так еще хуже.
Где же, сынок, где холодно. Ты? Это из леса холод пришел. Ты так похож на меня, на моих сыновей похож. Посмотри на меня. Похоже, ужас как. Похоже. Отпусти меня, пожалуйста. Я же умру тут сейчас у тебя. Если б я могла, я бы тебе открыла. О! Слышишь, гроза началась. Дождь по крыше. Кого? Дождь? Так он сейчас всю грунтовку вашу размоет. Я как до больницы доеду? Нос даже такой же, и брови такие же, как у меня, только не видно, выпали они у меня. А если бы ты не приехал сюда, я бы не знала тебя, не увидела. Можно я потрогаю твое лицо? Вот ты представь, я не помню, какие они были на ощупь. Я к ним почти не прикасалась, не могла. Вот так это да. Вот такие они у меня, сыночки. Большие у них. Так же росла щетина. Такие же большие носы и густые волосы. Как ты похож на них, на меня. Может, я тебя потеряла однажды? Ты тоже похожа на нее. Она такая же дура была, как ты. Ну что ж, я дура такая. Откройте, слышите? Он же кровью истекает, сыночек мой. Нет, нельзя тебе умирать, понял? Это братик ваш, я его потеряла, теперь нашла. Мне страшно. Прикасаюсь к тебе, и мне страшно. Мне всегда так было жутко, когда они целовали меня, обниматься лезли, а я от них погреб спрячусь. А они на крышку все лягут и плачут. Мама, выходи, мама, выходи. А я им как из могилы, уходите. И плачу там сижу. Уже скучала по ним. Они думали, что не люблю я их, а любила, конечно. Они хоть знают это. Глухие, да? В лесу своем совсем ничего не слышно. Как тебя зовут? Саша. Ты меня слышишь? Слышу. Вот-вот, это хорошо. Не умирай. Я ж люблю тебя. Они потому и умерли. Сама их я так без любви вырастила. А Маратик, вот он, я же его сберегла, вот он и спасется. В храме золотом, где обезьяна, бог. Сашенька, сынок, открывайте, слышите, открывайте! Плохо мне. Сука твой, Марат, сволочь, он придурок, нет. Зачем деньги спер, сука? Подыхай тут из-за него! Не останавливается кровь, у меня в глазах темнее. Ты ледяной какой, ты ледяной совсем, да что же, нет. Ну, миленький мой, погоди, ну... Мать, слушайте! Открывайте! Чего вы? Натипа бьет в двери, в окна. Откройте! Пустите меня! Открывайте! Одна ставня открывается. Натипа, ты кричишь, чтобы мы открыли, чтобы не открывали? И вообще, ты зачем днем ставни закрыла? Дуры! Двери открывайте, быстро! Иди сюда, сынок, вставай, вставай, пошли, пошли. Ты на машине? Вот давай, мы сейчас до Мурманцева, быстро, быстро доедем. Дверь открывается, в дверях старухи. У вас тут поножовщина. Да отойди ты! Дорогу сейчас всю размоет, не доедет. А мы на лодке. Мы на лодке. Там ниже по течению фельдшерский пункт есть, в соседней деревне. Выходят. Смотри, как она к тебе, да? Ее запер кто-то, а мы виноваты. Ты посмотри-ка, она бандюгу повела. В какую лодку? В Алексеевке уже полгода фельдшера нет, а дальше там до поселка только 100 километров. Ой, да живите как хотите. А мы ей еще помогаем, деньги ее на перепрятали. Вот пойдем их и обратно бандюге отдадим. Да, пойдем. Так, а куда? Куда? Да, а куда идти? Мы куда перепрятали-то? Сцена десятая. Вся деревня вышла искать спрятанные в землю деньги. Даже блаженные, вечно просветленные пришли с озера и копают вокруг деревни. А картошку кто копать будет? А вот не надо было им про деньги эти рассказывать. Случайными, по инерции. А картошку-то кто копать будет? Надо. Мы-то по чуть-чуть садим, а Латифа вон как обычно, будто народу солдат засадила. Идиоты. Картошку копать надо, а они вокруг полей все копают. Идиот. Не, вот какие, да? У экспедиторов этих сегодня последний день перед отъездом, а они туда же деньги ищут. Это нам теперь до следующего лета ждать еще экспедиции этих. Уже умереть хочется, а они... И не говори. Я им еще не рассказала про танцующий лес и про тропу, с которой можно в другой мир попасть с лесом без звука. Все живем и живем, не отпустят же. Ой, не знаю. Ну вот мы им это все рассказываем, рассказываем. И что? Когда все расскажем, тогда умрем? Надо полагать. Больше же некому. Все поспевались, поумирали, разъехались. Вымерла низина наша. Кто-нибудь вспомнил, где мы спрятали-то? А вспомним, что толку-то? Земле как вздумается. Захочет, отдаст. Захочет, никто и никогда их не найдет. Тут ясно все. Мне знаете, что кажется? Что мы будем жить вечно. Идиоты, картошку копайте! Где-то в лесу озеро выстрелил из ружья охотник. Чайки закружили над озером, над лесом, хохочут.
Все, кто копали, вдруг посмотрели в небо на чаек, прыскают, затем беззвучно трясутся, а потом и вовсе засмеялись в голос. Смеются, не могут остановиться. Сцена 11. Шайтан озеро. Из-под воды всплывает Марат и Рима. Ночь. Они плывут к лодке, взбираются в нее, смотрят по сторонам. Надо домой. Где дом? Темно, не знаю. К берегу надо. Где весла? Нет, утонули. Кто? Весла. Утонули. Здесь должен быть храм золотой. Это выдумка, шутка такая. Нет, храм. Латифа плывет с Сашей в лодке по реке Тара, в полярный день. Долго еще будет? До заката солнца успеем. А ты знаешь, куда мы? Домой. Полярную звезду знаешь? Там наш дом. Оттуда мы все. Не бойся. А я не боюсь. Мне нравится. Я хочу домой. Ты не платишь? Нет. Правильно. Не надо. Ты меня домой везешь. Не я тебя, а ты меня. Ты прощаешь меня? Я никогда на тебя не держал обиды. Ты меня и не знал. Знал. Всю жизнь. А ты меня? А они? Они скучают, не обижаются. Они просто скучают. Они домой не вернутся? Не знаю. Ночь. Тут никого, кроме нас, нет? Есть. Много кого. Я домой хочу. Я тебя ждала. Ты уехал, вышла замуж за твоего брата, вы похожи. Он умер, я ждала, ты не приезжал опять. Почему? Приехал же все равно. Вопрос такой, человек, у меня все так. Вот так просто? Такой ты человек, и все? Мама моя, она придет за мной. Она нас найдет и уведет домой отсюда. Полярный день. Я не стану ему звонить. Правильно? Он скажет, что ему стыдно, что он сбежал. Пусть ему будет не стыдно. Когда уже они выросли, стали большие, мы не разговаривали, не о чем было поговорить. Денег Салим переводом пришлет, и все. А я их потом Марату высылаю, а Салим ругался из-за этого, но все равно перечислял на карточку раз в месяц. Конечно, он же брат услал. Мне деньги тут не нужны, на что их тратить. А так вот, чтобы сам Марату нет, чтобы Марат не стыдился. А у него стыда нет. Не страшно. Пусть. Я только этого и хотела, чтобы он жил. Мне не стыдно. Сынок. А? Ты спишь? Засыпаю. Ну спи, спи. И я покемарю. Нам еще долго плыть. Мы издалека сюда пришли. До заката успеем. Я тебя совсем не помню. Ты давно исчезла, и я уже этого не помню. Я кусал простыни, кусал, чтобы им было больно, чтобы они плакали вместе со мной, как я скучаю. Мы встретились снова. Мы едем домой. Правда? Правда? Все чистая правда. Конец.